Про новое у археологии Гомельщины расповели у палаца Румянцевых и Паскевичев. Напроконцы года там традиционно представляют выставу знойденных артефактов. Супрацовники музея познакомили гостей с выниками науковых пошуков и новыми поступлениями у фонды. Представленные предметы были знойдены подчас раскопок на территории полночного посада Гомеля, раннесередневечных помников у Лоевском районе, а так само выпадковых знаходок жихаров Добрушского района. Их выявили у 2017 годе у экспедициях Института истории Национальной академии наук Беларуси, Гомельского университета имя Франциска Скорины и музея Гомельского палацово-паркового ансамбля. Подобные доследования на Гомельщине проводят каждый год, и, кроме археологов, у них принимают удел студенты и волонтеры. Грегорово поле – это вот раскопки нашего музея. Там для нас было удивительно найти целые формы горшков. На поселениях, дело в том, что на поселениях, на древнерусских, Грегорово поле относится к XI веку, целые формы, то есть сосуды, они фактически не встречаются, потому что это все обломки. И там было найдено огромное количество посуд. То есть мы только в фонд музея приняли порядка 1500 фрагментов. Вот. И среди вот всего этого мы удалось собрать целый горшок, который кто-то когда-то в древности поставил, то есть он был целый, и потом под тяжестью грунта просто рухнул. Самой ранней находкой у экспозиции стал ляпный горшок милоградской культуры.